Вышел из машины, пошел за телефон платить. В районе там ТЗ. И в это время из-за дома, пятиэтажный дом, из-за дома сначала появился яркий свет, ну как будто вот прямо резко солнце всходит. Такое ощущение, я не понял, думаю, что так солнце, что ли, быстро всходит. Потом тепло пошло, ну уже увидел этот огненный шар. Потом тепло, значит. Говорят, руки обжигало. Ну я не почувствовал, что руки обжигало, но тепло почувствовал от него. А и потом я его взглядом проводил, значит. Шар весь, он был одним шаром таким красным и две полосы таких дыма-то от него. Ну, видимо, как вот вокруг шара. То есть как взорвался, он не видели, да? Я слышал. Только слышали, через, да? Да, он пролетел одним куском, и потом, значит, через там буквально несколько минут, две, может, там три, не знаю. Вот этот хлопок, мне дочь звонит рядышком дом. Стекла повышибало в подъезде, все там повышибало. Вот то, что я видел. Рассказывают, что фанеры заколачивают сейчас. Я это еще дома не был, не знаю, не заходил. Но у нас в подъезде все хорошо. Угу. А в квартирах нет, да? В квартирах пока нет, но ничего не сказали. Ну все, я не думал, что так серьезно все. Просто пролетел куда-то там, летел. Я сразу понял, что это метеорит. Сразу поняли, да? Конечно. Потому что были сравнения там с самолетом. Не, никакой самолет. Самолет, во-первых, в любом случае были бы видны очертания какие-то самолеты. Во-первых, большой, во-вторых, и такой дым, значит. Ну, как бы две вот они. Ну, как такое представление, вот если шар летит, и из-за него вот так вот два хвоста таких дыма. Потом эти полосы еще долго оставались. Взрыв один, я взрыв слышал. Только один, да? Я слышал один. Потом, хотя уже люди говорят, что кто-то два, кто-то. 5-7 там даже называют. Да, я вот один слышал.